Всем привет, с вами Виталик, и сегодня я покажу, как правильно и лучше всего варить раковину. Для приготовления раковины нам понадобится раки, соль, перец, лавровый лист и, конечно же, мята. Я всегда варю раки с мяты, так как мята дает прекрасный насыщенный аромат и забирает запах. Но если нет мяты, можно кинуть цибули или укропа, но я всегда варю раки мяты. Бросаем соль, не жалеем. Я на такой казан бросаю такую хорошую жменьку соли. Раковни пересолишь. Лавровый лист. Перчим чуть-чуть. Вот. И, конечно же, пару веточек мяты. Вот. И ждем, пока закипит, и будем бросать раков. Вот наши раки варятся. Красненькие уже такие вот. Раков варить нужно недолго, где-то минут 10-15. Вот наши раки приготовились. Спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!